Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находятся часы Garmin Enduro 2. И сейчас я покажу вам, как подключить данные часы к Android-устройству. Так, для этого мы скачиваем приложение Garmin Connect, открываем его. Нажимаем на плюс в правом верхнем углу. Ладно, нам нужно разрешить доступ на местоположение. Разрешаем, и тогда сможем все подключить. Теперь ищем наши часы. Находим, нажимаем. И у нас идет поиск. Возможно, нам нужно включить... Ой, что я сделала? Нам нужно включить, скорее всего, Bluetooth на самих часах. Сейчас найдем часы, пусть пока ищется. И включим Bluetooth. Зажимаем кнопку посередине и идем вниз. И возможности подключения, сопряжения телефона выбираем. Вот. И телефон сразу обнаруживает устройство. Нажимаем «Подключить». Нажимаем «Ок». И вводим... А, даже не вводим, нажимаем «Добавить». Сразу отображается код и там, и там. Нажимаем «Да». И ждем, когда настройка завершится. Нажимаем «Далее». Здесь можно все настроить. Мы не будем этого делать сейчас. И можем сразу синхронизировать. И нажимаем «Готово». И таким образом мы подключили часы к Android-устройству. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.